Чучундры, ваши коктейли. Спасибо, Зина. Я сейчас иду в магазин, а потом сразу ухожу, как мы и договаривались. У меня сегодня день рождения. И поздравляю. Поздравляю. Крис, милая, ну я совсем забыла, что у Зины день рождения. Надо срочно, срочно купить ей подарок. И у нас куча времени, мы еще все успеем подготовить. Крис, милая, Зина ходит в магазин 1 час, а не как мы 8 часов, 10 часов. У нас вообще нет времени. Ию, давай подарим ей машину. Ию, машину? Нет, Зина не любит машины. Зина любит ездить на метро, а ее не пустят в метро с машиной. Ну, хорошо, давай устроим ей вечеринку. Ию, Крис, ты такая гения, точно. Давай устроим Зинаиде вечерину для бедных. Ию, а что нужно для этой вечерины для бедных? Не знаю, наверное, много бедных. У нас на Рублевке нету много бедных. Ию, ну, значит, с вечериной мы прилетели. Давай подарим ей выходной. Выходной? Да. Ты знаешь, у Зины не очень много выходных. Но, наверное, она их не любит. Что она любит? Ию, не знаю, давай рассуждать логически. Давай. Логически. Смотри, мы с тобой все время ходим по магазинам. Да. Почему? Любим это. Ию, да, потому что мы это любим. А Зина, она все время убирает. Ию, значит, она любит убирать. Милый, ты гения. Я у тебя учу. Значит так, мне надо срочно подарить Зине что-нибудь, чтобы она убирала. Ию, ты гения, гения 25 раз. Ию, у тебя учу. Чучундры. А что случилось? Зиночка, вот тебе дом для уборки в подарок. Ты рада? Безумно. Это лучший день рождения в моей жизни. Крис, милая, мы угадали с подарком. Ию, мы такие добрые. Да, хорошие. Ну что, по магазинам? Да. Зина, наслаждайся уборкой. Да.